Это выставка, как бы сказать, еще о Советском Союзе, поскольку здесь Грузия, Украина западная. Я много ездил, мое служебное положение меня заставляло. И как преподаватели училища, вот, заведующий кафедрой живописи, вот, мне приходилось иметь связь с другими художественными училищами и за границей. География творчества художника и педагога весьма широка. Крым, Кавказ, Урал, Русский Север, не говоря уже о разных уголках Подмосковья. Картины, которые здесь висят, они говорят сами за себя. Здесь, как в магическом зеркале, отражается вся страна. Характер Дмитрия Андреевича формировало военное детство, голодные послевоенные годы. По признанию его учеников, Воронцов строгий педагог, который, однако, не скупится и на похвалы за успехи своих подопечных. Даже состоявшиеся художники до сих пор советуются со своим учителем. Живописных навыков, которые он нас обучал. Самое большое, чему он нас научил, это отношение к искусству. То, что сегодня мы чествуем этого человека, этого замечательного художника, это целая эпоха в отечественном изобразительном искусстве. Выставка открывается 16 октября и продлится до 9 ноября. Добро пожаловать на замечательную выставку старейшего художника нашего города.